Всем здравствуйте! Диана Гурцкая стала мамой в конце июня 2007 года. Ее сын Константин Кучеренко вырос красавцем и умницей, он профессионально занялся музыкой, уже заработал первые деньги. О судьбе наследника, который тоже приехал в эти дни в Беларусь, певица рассказала за кулисами международного фестиваля искусств «Славянский базар» в Витебске. Сын известной певицы посещал государственный детский сад, затем государственную гимназию. Он с красным дипломом окончил музыкальную школу имени Аркадия Островского. Теперь успешно сдал экзамены и поступил в специализированную музыкальную школу имени Гнесиных. Будет продолжать учиться по классу фортепиано, сообщила певица. Это была его идея, и я думаю, у него все получится. Известность мамы Константина Кучеренко никак не помогает. «Мой сын – человек очень самостоятельный», – заверила певица. «Он сам всего добивается. Когда он учился в музыкальной школе, я не часто там появлялась, хотя и хотелось приехать. И даже сейчас, когда у него был волнительный день экзаменов, нас с папой не было рядом, поехал поддерживать Костю мой брат, его дядя. Потому что сын хотел сделать все сам, я это стремление очень приветствую». 43-летнюю Диану не пугает, что сын тоже пошел в музыку. «Музыка – это одухотворение, это большое счастье, и сыну это самому нравится», – пояснила певица. «А я всячески буду поддерживать его. Тем более, он поступил на бюджетное отделение, без всякого блата и протекции с моей стороны». Диана помнит собственное детство, когда отец не хотел, чтобы она занималась музыкой. «Папа поставил своей целью, чтобы я получила серьезное академическое образование, и, разумеется, о музыке слышать не хотел», – рассказывала ранее исполнительница. «Я уже готова была смириться со своей участью, но все-таки решилась на тяжелый разговор с отцом. Если ты хочешь, чтобы я не жила, я не буду заниматься музыкой», – сказала ему. И это был решающий аргумент. Отец сдался. А у нас на этом все. Спасибо, что были с нами. Ставьте лайки, комментируйте, подписывайтесь на канал. Всем пока-пока.